Всем привет, с вами Александр, и это наш последний урок по основам анимации в программе Cinema 4D. Хочу отметить, что данный урок был создан на основании курса от Digital Tutors, который носит название Digital Tutors Introducing to Animation in Cinema 4D. Для желающих посмотреть его на английском, вот название. Ищите и можете посмотреть его в оригинале. Итак, давайте рассмотрим еще один способ анимации одного объекта при помощи тегов и анимации другого объекта. Итак, у меня подготовлена сначала вот такая вот сцена. В ней есть такой вот импровизированный самолетик, к которому прикреплена сфера. И внизу находится плоскость, имитирующая землю. Значит, по замыслу сейчас самолет летит, он должен вести на себе, скажем, сферу, и в какой-то момент сфера должна отделиться и упасть вниз. Сейчас у меня анимации нету, почему? Потому что давайте сначала сделаем дополнительные настройки, чтобы наша сцена была более интересна. Итак, к объекту сферы я применю тег симуляции, создам твердое тело, и я создам к ней тег персонаж принуждения. Хорошо. Теперь давайте зайдем в тег принуждения. Здесь поставим галочку родительский объект и укажем цель наш самолет. Я его моделировал из куба, поэтому он у меня остался как объект куб. Мы находимся в нулевом кадре. Находясь в настройках тега, создадим ключ у параметра интенсивность. Теперь давайте выделим тег твердое тело. Использовать. Пока нажмем не использовать и создадим ключ. Выберем наш объект самолет. Создадим у него ключ в нулевом кадре. И продвинем его вперед. Я сразу перейду в сотый кадр и сдвину наш самолетик вперед. Создам ключ. И давайте посмотрим, что сейчас получается. Итак, как вы видите, объект сферы перемещается вместе с объектом самолет. Теперь я хочу, чтобы в 50-м кадре наша сфера отделилась от самолета и начала падать. Переходим в 50-й кадр. Идем в тег принуждения в настройки. И интенсивность выставляем на 0. Создаем ключ. Выбираем объект твердое тело. У него в параметре динамика. Заменяем не использовать на использовать. И также создаем ключ. Вернемся в 0. И посмотрим, что у нас теперь получается. Сфера отделяется от самолета и начинает падать вниз. Ну что ж, надеюсь, данная серия уроков была вам полезна. Если есть комментарии, пишите. Видео нравится — палец вверх, не нравится — палец вниз. Как всегда, критика приветствуется. Что ж, с вами был Александр. Всем счастливо!